выкуплен для нашего клиента Ssangyong Rexton G4, 2019 год выпуска, полный привод, 5 мест. Панель приборов, есть декоративная подсветка, пробег 30 826 километров, меню дисплея между тахометром и спидометром может с завода устанавливаться на русский язык. Цифровой спидометр. Камера заднего вида. Без климат-контроля. Обычный кондиционер. Автохолд. Электрический стояночный тормоз. Подогрев и вентиляция переднего ряда кресел. Передний ряд с электрорегулировками. Корректор фар. Кнопка пятой двери. Контроль слепых зон, антизанос, звуковой парктроник. Стеклоподъемники передних дверей автоматические, центральный замок, управление электрозеркалами. Салон со стороны переднего пассажира. Второй ряд сидений, он с подогревом. Два положения. Подлокотник с двумя подстаканниками. Небольшой бардачок, воздуховоды, выход USB, розетка 220 вольт, имеются крепления для детских кресел Isofix. Люков в этом автомобиле нет. Напомню, салон пятиместный, бывают еще с третьим рядом сидений. Здесь по просьбе клиента положили расходники. Фильтра, колодки, цепь ГРМ, ремень генератора, комплект текстильных ковриков. Штатный размер шин 255-50R20. Лючок заправки топливом, горловина для заливания мочевины. И этот лючок открывается тогда, когда автомобиль открыт нажатием. Дизель 2.2, и этот двигатель будет растамаживаться по ставке 2,7 евро за 1 кубический сантиметр. Если вы заинтересованы в приобретении подобного автомобиля, а также любых других, напрямую из Южной Кореи без посредников, с честным пробегом по честной цене, обращайтесь к нам, контакты указаны в описании под этим видео и на нашем сайте koreablisko.ru. И заезжает Rexton G4.